Опять забуранило. Вроде бы вчера успокоилось. Сегодня опять снег и ветер. По улице Алыкина едем. Еще проехать можно. Но здесь вряд ли снег будет убирать в ближайшее время. Хотя кто его знает. Сейчас проехали экономический суд. Туда могут дорогу прочистить. Здесь-то по проспекту имени Назарбаева, да, бульвару, успевает еще. Обычно ездим по центральным улицам, вот, а сейчас проедем по закоулкам. Здание знакомо? Театр имени Станиславского. Вот такая дорога здесь есть. О! Не для всех машин. Это вот здание клуба какого-то. Не какого-то. Здесь молодежь обычно тусуется. Да, снега немало. Еще декабрь не закончился. Январь, еще февраль, да и в марте. Вот буранит сегодня опять. Выезжаем на улицу Лободы. Здесь вечный огонь у нас впереди. Мы туда не поедем. Клуб Фабрик. Такой своеобразный здесь. Ночной клуб вечерний для молодежи. Улица Лободы. 63-я школа. Дороги здесь не чистят. Пока проехать можно. Сейчас выезжаем на улицу Ерубаева. Слева у нас областной историко-краеведческий музей. Вот наш апак сидит. Как будто он уголь нашел. Тоже его припорошило. Уголька бы, да, прохладно. Это театральный проезд назывался раньше. Ой, театральный, что уж заговорился. Дворцовый проезд. Впереди театр музыкальной комедии и дворец культуры Горняков. Собственно говоря, поэтому так он назывался. Теперь улица Лободы. Ну, вот улица Кирова и Рубаева. Тоже особо не чистили. Не успевают. Только отгребают на обочины. Ну а там, где и обочин нет, там уже, не знаю, на тротуары кидают. Это вот в тылу у нас городской акимат. Наши двуполосные дороги в одну сторону превратились в однополосные. Ну плюс еще здесь и машины стоят. Вот
такое Рождество католическое. Настоящее, со снегом. Улица Комиссарова. Тоже вот такие обочины, засыпанные снегом. Так что город еще убирать и убирать. Кто-то завидует, кому-то не очень это нравится. Но все равно с первым Рождеством всего хорошего.